friends are dumb, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones, you won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Всем привет! Всем привет! Вы у нас на канале. Вы у нас на канале. Так, сегодня мы хотим просто рассказать о наших небольших таких покупочках, да? Ага. Какие покупочки ты делала? Что ты купила? Рассказывай. Спиннер. Милана у нас купила себе спиннер. Это мой спиннер. Не очень дорогой, кстати, в магазине у нас продается. 60 рублей стоит всего. Это такой. И все мы купили в Милане вот такие вот чечи. Я иду по улице, словно чумачечи. От солнца, чтоб не жмуриться, я натяну очечи. А в стеклах отражаются девочки-конфетки. За наглость не сочти. Очечи. Очки. Очки купили. Вот такие она у нас теперь. Супер-мега-пупер. Розовая пантера. Нет. Нет? Костюмочка. Так. Мы хотели розовые, конечно, но ребенок захотел розовые. Это хорошо. Пускай пользуется. Еще Милане прикупили вот такие вот кроссовочки. У нас лето очень холодное. Сегодня вообще 10 градусов тепла. Хотя можно сказать, что и холодно, 10 градусов всего. Вот такие вот кроссовочки. Конечно, они мигали, пока Милана в них бегала. Уже мигание перестали. Они вот светятся по всему контуру, они светятся. Но это не с Алиэкспресс, это... У нас в магазине такие продаются, тоже недорого, я бы сказала. Дорогие брать на сезон не хочется. А эти почему бы нет? Взяли такие потеплее, потому что, я же говорю, у нас 10 градусов тепла. Хотя не тепла, а мороза. На меня смотрите! Такой механизм. Эй, на меня! На тебя. Так ты сама голову подними, а то тебя не видно. Механизм такой, туда вставляются батарейки. И вот при ходьбе они мигают разноцветными, ой, всякими, синими, красными и розовыми. Какими они огоньками мигают? Всякими? Мам, где эти? Не могу включить, теперь надо купить. Кстати, сюда 3 батарейки в один и 3 батарейки в другой. 6 батареек всего надо. 6 батареечек, такие маленькие там они. Мам, где откроются? Не знаю. Мам, какие. Покажи, где так откроются. Что вот такие вот кроссовочки. Такие очечечки. К этим кроссовочкам. Хотя солнца не видать в этом году, наверное. Теперь я расскажу о своих покупках. А это с Алиэкспресс мне пришло. Вот такой вот наборчик. Для дизайна ногтей. Ну, здесь дизайн делать. Я давно такой хотела заказать, и вот я заказала. Могу ссылочку, конечно, оставить. Вот с таким колечком. Здесь вот колечко расцепляется. И можно вытаскивать. Всего мне хватает расцепить. Вот, можно по одному брать, наносить, дизайн делать. Вот, вот так вот видно. Наносить, дизайн делать. И также сюда же вставлять. Здесь 50 штучек, по-моему, я заказывала. Наборчик вот такой вот. Очень-очень хороший. Девчонки, кто занимается вот этими дизайнами. Для клиентов очень замечательно. Там были и с белыми, но я заказала с прозрачным, потому что белый, ну, конечно, белый экономнее, уже подложку можно не делать. Но здесь подложку придется делать на дизайне. Так, вот так вот.
Потом еще мне пришло с Алиэкспресс такие реснички 12 миллиметров, 8 и 10. Ну, 10-я вот тут вот коробочка развалилась, 10 миллиметров, пучки ресниц. Поближе потом покажу. Вот здесь вот, наверное, видео будет. Так. Это где такое? Еще пришел тоже для стемпинга ногтей. Это где такое? Тоже поближе покажу. Подожди, такое? Миланочка. Она не мне. Это где у меня такое? Где? Где у тебя такое? Ага, где? Вот такая вот скребочек. И вот такой вот мягенький, который вот видно просвечивается, где вот вы ставите стемпинг. Он такой очень мягенький, прям вот самое то. И с кондуктом? Буду пробовать, сделаю видео. Это надо перепечь. Дизайн буду делать себе, может еще кому-нибудь. А это они мне нравится. Вот такой. И скребочек такой. Вот такой вот скребочек. Как пластиковая карта. Это что за карточка? Это стемпинг сделать для ногтей. Вот такой, такой вот коробочка. Все было. Поближе видео тоже сниму, покажу. Это вот такая у меня и туфочка. Вчера был день рождения у меня. И за все день рождения мне подарили набор салатников и вот такой вот новинка. И мне новинка. Расслабление, гель для душа с эфирными маслами, лавандой, иланг-иланг и пачули. Пахнет действительно, палмолив, действительно прям пахнет очень хорошо. Мне нравится. А вот такая вот эта стала. Гель для душа. Вот я себе на день рождения, вот конечно, прикупила. Вот такой шампунь Эстель. Вот такая. Убирает желтизну. Что же делать? Вот такой. Для холодных оттенков блон. Закроем. Вот такой спинал. Вот такой вот свел. А мне. В общем, мне нравится. Вот буду пробовать. Нравится, такой. Знаете почему? Очень цена меня устроила. Не это как вот не я помогает. Брала до этого там 350-320 рублей. Это вообще 270, если ни о чем. Такие. Ну, мне подойдет. И то я не хотела брать. Я поехала вообще искать клей для ресниц, потому что никак не могу клей для пучкового наращивания найти в нашем городе. Уже все магазины объехала, на всех просила, чтобы привезли, купили, там, я не знаю, продажу пустили, но никто ничего не привозит. По всем опять проехалась по магазинам. Клея для наращивания пучков нету, даже для ресниц нету. Был бы просто для наращивания ресниц, он бы подошел для пучков. Для этого я пучки с Алиэкспресс заказала. Вот, если кому-то надо ссылочку какую-нибудь, я напишу. Вот это вот я покупала у нас в магазине в городе. 270 рублей Эстель. Шампунь серебристый. Холодный оттенок блонд. Убирает желтизну и тому подобное. Для осветленных, для седых волос, придает им эластичность, мягкое тонирование, нежное очищение. В общем, вот такая. Вроде все рассказали о наших покупочках. Ну, кому интересно, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал, на наш канал Спинал. Ставьте лайки. Ставьте лайки на нас. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Пока, Маша. Пока-пока. Пока-пока. Push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out. You can't get to me. Say what you wanna say. Go take it all away. But I'm here to stay. No, you can't get to me.